Зори, установка вот на это место. Такого вот выключателя. На болты ставить не будем. Будем ставить на двусторонний скотч компании Клебе Бандер. Ленслип число 50 мм на 10. 50 мм здесь, конечно, нет. Здесь 25 от кромки до кромки. Но будем клеить 25 ширину и длину где-то, ну, может, 50. Такой вот кусок вот на эту зону для крепления вот этого вот регулятора света для лампы. Сейчас буду размечать, устанавливать, а потом покажу конечный результат. Так, ну вот мы приклеили первую половину, так сказать, скотча двухстороннего. Вот у нас вторая половинка. Вот эту штуку будем крепить. Вот здесь сюда вот, вот так вот. Сейчас мы сдираем вот этот слой, чуть-чуть нажимаем, полминуты держим, и уже она у нас будет сидеть. Сейчас уберем вот эти линии от карандаша, чтобы не пачкать вот этот материал. И сейчас покажу уже момент после установки. Ну вот, значит, мы сняли, получили, и теперь будем приклеивать. Ну вот, в принципе, мы наклеили. Вот так вот у нас получилось. Вот так вот вышло. Сверху, снизу. Держится, вот видно. Сбоку. И полминуты держим после наклейки. И уже вот сейчас устанавливаем вот этот агрегат. Вот. Вот, все. У нас агрегат управления света вот этой лампой. Он у нас вот здесь вот. Вот такой вот был обзор установки на двусторонний скотч к дереву, к деревянной панели, чтобы не сверлить. Потому что толщина у нас 8 мм всего, вот здесь видно. Вот эта вот вещь, вот она. Всего 8 мм, поэтому вариантов как бы особо не было, только так. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых обзоров. Всем пока.